привет, мои дорогие друзья, подписчики. С вами снова я, Карина. Карина с фэнтези. Сегодня мы приехали в Крымский аквапарк Голубой залив. Отлично. И сейчас мы пойдем. И... Вот вид на гору Кошку. С другой стороны. Вон она, наша кошка. Только это из Голубого залива вид. Так, смотрите. А сейчас мы пойдем, смотрите, над нами какая туча висит. Надеемся, дождика не будет. Да, Кариш? Первый раз в аквапарке. Ага. Идем в раздевалку, потом будем кататься. Да, мы уже пришли. Вон какая полосатая горка, как гусеница. Длинная. Цветы, бабочки. Немножечко громыхает. А мы идем куда, Карин? В детскую зону. Мы переоделись. Идем в детскую. Мы начнем с детских горок, а закончим на взрослых. Хорошо. Идем. Смотрите, какой. Пахнет не очень. Пахнет не очень? Да. Вот мы пришли на детскую зону. Это зона специально для детишек. Карина, ну что, ты готова испробовать все горки? Давай. Карина у нас сейчас поедет. Класс! Это самое быстрое? Да. Горка слони. Какой слони. У-ху! Вот это. Карина идет на красную горку. У-ху! Класс. Пойдем на горки, Кариш. Первый да. Будет вот это желтое. Пошли. Опа! Карина, класс? Я вижу девочку на руках. Да. Давай, покажи. Можно. Пошли. Прокатиться вот на этой красной. Каринка на ней сама. Привет. 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 Там. О, классно получилось. Кто там, папа следующий? Да. Вот он едет. О, вот это да. Да, был ты под воду. Ну как, впечатление? Отлично. Что-то вас долго не было. Там очередь. Мы пошли. Пока-пока. Хорошо. Итак, вот они. Вот это класс. А желтый? Нет, вот цветный. Какой? Девчонки плавают. И скоро мы пойдем кататься дальше на горках. Вот у нас папа садится и сейчас уже поедет.
Опа! Ого, как высоко! У-ху! Привет! Да! Итак, смотрим, кто у нас там поедет. Смотрим, смотрим, смотрим. Пока никого. А вон едет какая-то плюшка. Ура! Приехали. Ну как вам? Ой, там так красиво. Привет. Привет. О, Каринка, в закузи. Джакузи с морской водой. Здорово, Карин. Тебе нравится, Карин? Аквапарк. Я была в аквапарке первый раз в жизни. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Гарри Фэнтези. Пока-пока.